А нужно было просто взять и все, что-то, блин, капец, псих, ты да чё? Нет, блин, нас посадили да бы. Кто бы нас посадил, никто бы нас не посадил, никто даже не узнал, что мы это сделали. Да чел, то, что пропажа бы была, какая пропажа, боже, ну ты руинер, чел. Я стелс, а ты, блин, этот. Ладно, давай, вставляй мне идентификатор, давай, давай, давай. Так, 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 сейчас. Давай шею отогни. Да. Оп, оп. Ах, о, погоди, 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 погоди. Фух, нормально. Нужно будет добавить всех контактов снова. Погоди, что там такое? Слышь, ты что делаешь? А где твой брат? Камеры ставит. А ты что не с ним? А я должен? Да не знаю. Ну. Да ты сам сказал, что нельзя добавить. Надо будет всех добавить снова, друзья, да. Ну сейчас я напишу ему. Ну мы, кстати, идентификатор крутой забрали, псих, сейчас. Слышишь? Идентификатор такой. Ну это да. Ну, кстати, ну, ты проверял функцию вибрации? Вибрации? Нихера у тебя модно, слышишь? Ну да, да, да. Слышь, это псих. Я тебе говорю, это кажется странным, но такая охрененная функция, это так классно, массаж. Да, потом, потом. Посмотрите в музей, посмотрите в музей. Музей он? А что он в музее сделает? Музей, что он в музее забыл? Смотри, у нас нет денег, чтобы пройти в музей. Да ты что издеваешься? У нас не хватит. Да он возле музея, алло, что ты тупый? А, возле музея? Где? Не вижу. Где он? Где-то там должен быть. Ну и где написал он? Написал то, что я в музее, пацан. Ну и где он? А вон он. Где он? А вон он. Здорово, лох. Поставил. Ты что в музее это делал? Культурная ассистная экспедиция. Да, что в музее я просто это изучал, что там сейчас, какие новые картины. Ой, ты камеру должен был ставить. Так я их уже даже не работал. Дебил. Стой, погоди, мне, погоди, мне, погоди, мне звонят. На громкую, на громкую, давай, на громкую. Да, на громкую. Алло, чё, Юрий? Алло, чё там? Включи. В общем, слушайте, Артем, он сказал, что по вашей информации в Суши Берды Лаунч находится какая-то незаконная продукция. Уже ну, камеры этих, дали, где, дали пользу. Какого? Это чё, ты ставил? Да. А, ну, чё ты там находится, камеры? Погоди, Юрий, да? Чё там? Юрий, чё там? Я говорю, там незаконная продукция этих. А, в Суши Берды Лаунч, пойди разобраться, да. Можно завалить. Внутри, что ли? Ну все, ладно. Где-то на складах. Все, все, давай пока. Слушай, это псих, а что может это посмотрим по планшету, где они там, по камерам? Да, блин, это не так работает. Планшет я не смог подключиться, я не знаю почему. А, так это в смысле? Так планшет там не работает, нам надо как бы на базу идти. А, что, раньше через планшет работал? Ну они типа старые, поэтому... А, это старые, поэтому там много камер было? Да, да, помнишь? А то я думаю, я пытаюсь их связать, они, ну, бишут ошибки. Да, у тебя модный планшет. Все, погнали, погнали, да в Шиши Берды Лаунж, шоке. Просто заходим, разбираемся, ищем продукцию, если действительно есть, то все круто. Но если там никто сопротивляться не будет, то никого лишний раз не убиваем, понятно? Ну, да, короче, розоволосы, встань здесь, вот, тупо на охране, никого не выпускай, понял? Чё, никого не пускай, никого не упускай, ты понял? Я вот здесь. Экшона, вот здесь стал ну, никого. Все, все. Я тоже хочу так, экшона. Пацаны, вы там тоже будет. Ты слишком тупой для экшона, все. Да, чел, сюда, да. Достань свою катану, никого не пускай, никого не пускай. Давай, давай, давай. Представь, давай. Что ты в VR только в реальной жизни. Да, да, все, давай спускайся, тебе можно кальянчик заказать, кальянчик тебе. А извините, девушка, кальянчик ну, заказать хотим, есть кто-нибудь? Эй, есть кто-нибудь, хотим кальянчик покурить, эй, я персонажка. А где? Мужчина. Да, о. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Мы не обслуживаем сегодня людей. Вы не видите, на табличке написано «Закрыто». А, девушка, простите, но просто, ну, вы такая красивая, прическа у вас хорошая. Сиськи, необычно выглядите. А, короче, это, ну, вы, может, забьете нам кальянчик все-таки? Это же Шиши Берды Лаунж, правильно? Мужчина, закрыто. Закрыто? Так, слышишь, тихо, ну что, мы баба-то ведь баба, что ли? Да не знаю. Ничего. А че, кому это? А погодите, а на кого вы работаете? Мы ни на кого не работаем. Да, точно? А может быть вы работаете на мой кулак? Кажется, я его вырубил, погнали. Ой, блин, ну, сейчас аккуратно. Да, ну, аккуратно. Да, здесь аккуратно давайте, просто аккуратненько. Да погодите, здесь никого нет в туалете? Наши двери не запалились, смотри, аккуратненько. Ну да, да. Так, хорошо, погнали. Тих склады, блин. Здесь склады, не знаю, может здесь какая-нибудь потайная кнопка будет или что-нибудь еще. Так, аккуратно, вот. Сейчас проходим. Шашки на шахматы тут. Да, да какие шашки? Может сыграем? Кто это такой? А, да, вали, вали их, вали, 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 да, вали. Давай, давай, оба, одну положи, ну что, еще двое, на, тварь, на, положи, давай дальше, идем. Давай, опа. Опа, опа, что это тут такое? Так, сюда, кстати, еще не заходил. Так, аккуратно, может кто-то есть? Не, никого нет, чё, так, никого я нет. Бы с ножом, пожалуй, тут стоял, знаешь. Так, что у них здесь за ящики, смотри, здесь стекло какое-то, так. Кружки, ничего незаконного, а? Ничего незаконного, ну тут все нормально, псих, проверь эти шкафы, шкафы проверь. Так, сейчас, давай, сейчас, давай. Так, Так, я пока по ящикам посмотрю, так, ты тоже что-нибудь там поставил, на те шкафы посмотри, давай. А, бонзай, кого резать, ты,
Ты что, идиот, что ли? Иди вернись обратно! А если менты ворвутся, если кто-нибудь еще, иди быстрее на вход, дебил! Иди туда, дебил! Дебил, да боже мой! Так, сходи с ним, он дебил не может один, пожалуйста. Пожалуйста, то нас могут спалить, нас же посадят в тюрьму нахрен. Боже, мы на идиота поставили охрану входа, чел. Не, ящики здесь пустые. Так, ладно, поищи, может, что найдешь, а я пока пойду скажу это. Погоди. Да-да-да, погоди, я скажу, жди здесь. Так, опа, аккуратненько. Тут бабоньку бы не задеть, ага. Так. Слышь, это, можешь здесь какую-нибудь ленту поставить, типа, вход закрыт, что-нибудь сделать, что-нибудь? Да, у меня брат, в кармане всегда таких 80. Да, нет, ну посмотри, здесь что-нибудь закрыто, прям, поверь, вот здесь ленту отсюда возьмите. Ну-ка. О, вот это вот. Подойдите сюда, что закрыто, короче, встаньте на проход, вообще не пускайте, скажите, все, типа, владелец заведения запретил, все, давайте. Поняли. Давай, так, хорошо. Так, ну все, я им сказал кое-что сделать, там эти штуки сделать. Че, я не шел что-нибудь здесь? Смотри, тут есть дверь. Есть дверь? Блин, а что, открывается? Да, но я не знаю, не поддается. Капец, она тяжелая, мы ее так не откроем. Она здесь тут пережата. Да, может что-то есть. А в ящиках что-нибудь искал или что-нибудь? О, погоди, что-то нашел. Да? О, открылась? Твою мать! Там еще есть! А, вали, уродов! Давай! Так, положили. Жесть, конечно, вот. Капец, ну, смотри, синий лед, наш синий лед, ты посмотри, мы же его делаем. Да, наш товар. Робочасти для Стефаночки чем-нибудь подбери, может, заберешь быстренько из полива? Да. Что-нибудь поновее, если есть, поновее посмотри. Ну, такой, хотя башка. Вон там есть. Где? Вон за ними, это пройди между ними. Ну, кстати, это можно продать, ну, типа, помнишь? Блин, чел, ну, нам нужно, наверное, Артемону сюда отдать, давай. Ну... Так, звони Юрию, ставь громкую связь ставь. Так. Юрию, звони, говори, у меня нет его номера. Да сейчас. Давай, набери ему. Прочистить, спусти трупы. Так, набирают, так. Ты словит? Да, надеюсь. Алло, Юрий! Алло, что нужно? Да, Юрий, короче, мы с психом вместе только что зачистили этот, ну и с нами еще эти Антонита. Да, Шиши-Бердлаун. Да, Шиши-Бердлаун, уже здесь было очень много людей, вообще вы нас что, наверное, спирт подстали, что ли, или что? Потому что мы были подготовлены и неожиданно на них напали. И с оружием, да. Да, короче, все, мы здесь все разобрались, нашли потайную комнату, действительно, здесь, короче, несколько... Синий лед. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну короче, много ящиков, все, мы его не утащим, чел. Нужно смотри, сейчас видеосвязь включу. Смотри, вот. Ё-моё, вот, сколько тут. Да, робочасти есть, он там еще покажи, здесь еще какие-то. Это, подожди. Да, вот тут робочасть, повернись, а? Куда ты там, повернись обратно, я там что-то видел. Не-не-не-не-не, в угол. Здесь, вот сюда, посмотри, где что-то. Здесь? Робочасти, чёрт. Так, ну все, слышишь, да, Юрий? Короче, да, мы сейчас придем, оставим, оставим здесь Антониту, вот, на охране, но они не утащат коробки, нужно наших послать через канализацию. Да, скажи там Артемону, чтобы, ну, выслали. Да, все, пойдем, все, давай. Все, давай, пока. Так, погнали к чувакам, скажем, что это, да, что у нас тут все уже схвачено. Так, баба дышит еще, проверь, я же ее ударил рукой, она скоро может очнуться. Сейчас посмотрю, ну, пульс есть. Можем с собой ее утащить, хочешь? К кому? Ну, к нам, вот, на базу, допросим ее, знаешь. А, ну, кстати, можно. Ну, ты пока тащи ее к туалету, чтобы в контейнер затащить. Давай. А я пока это, пойду чувакам скажу, эй, ребята! Короче, мы сейчас пойдем тут через... Тут нельзя проход, иди отсюда. И здесь, вы что сделали? Здесь жилой дом, вы что сделали? Вот здесь сделайте, закройте. Здесь. Так короче, нельзя, иди отсюда, пацан. Слушай, да ты идиот, отсюда. Боже, можешь сказать своему брату, чтобы он заткнулся? Короче, мы сейчас через канализацию идем на базу. Я тоже хочу к вам, да можно? Нет, мы бабу скинем, да как нет. К вам? Все, да тихо, успокойся. Вы охраняйте базу. Сейчас придут чуваки, там очень много товара. Мы все четвером его не унесем. Там много коробок. Вы сейчас сохраняете это место. Уберите отсюда эту штуку вот сюда. Там синий лед, робочасти, все. Да синий лед! Все, так. Так, что там, псих? Так, ну, дотащу. Капец, у него какие-то еще протезы есть, может быть, это уберем? Эти рубы. А, просыпается, кажется. Нас! Что? Все в порядке. Нормально. Еще задержали. Ладно, надеюсь, у него не будет сотрясения, но не забудет все, что нужно, а то, ну, как бы это... Ну, да. Там, знаешь, пожмем. Информация-то нам нужна. Пропускаем туда-сюда. Да, бери, я понимаю, блин. Я тебя понял. Так, у тебя Алина. Ну, типа, мы это... В рамках допроса. Да, давай, берем. Подожди, давай, закидывай ее. Вперед, пошла. Давай. Вперед, я сказал, вперед, молчать. Запросы не задавай, будешь говорить что-то. Мы тебе вон сейчас мусора возьмем вот этого и запихаем тебе в рот, поняла? Вперед.
Вперед, сказал! Так, не слишком быстро, иначе ноги тоже свяжем, ноги тоже свяжем. Да я тут контролирую, я контролирую. Контролируешь, ну все, давай, давай, вылазь из грязи. О, к двери подошла, к двери, так, назад. Так, тихо, куда? Назад. Меня. Нет, дверь. Молчать, к двери подошла, так. Давай, этот, псих я подключусь. Открывай, открывай. Открывайте, слышь, открывай, мы пришли. А, вот, все, давай, вперед, вперед пошла. Так, да. Стой, а здесь. Меня-то пустите. Сейчас. Да нажми на кнопку у тебя. Так, это, слышь, ты, это, сядь здесь, да. Сядь здесь. Мастер, что а это еще кто такая? Это, забей, это мы взяли в плен, ну, информацию, всякий случай, там, получить, там, может, что-то выбить из нее дерьмо и так далее. Ты дурак или что? Так, слышь, Юрий, это важно, ладно, смотри, у меня какие сиськи, тебе, ну, вот, что там, развлечься, что. Боже мой, ты понимаешь, мы не можем везти других людей сюда. Да ладно тебе, чувак, мы же ее не оставим живых, ну, типа, поразвлекаемся и это выбросим. Юрий, ну ты чё? Ну узнаем информацию про мистера Донха, она же на него работает. Инфу из него выбьем, ты понял? Ладно, короче, не в этом дело. Слышишь, псих, ладно. Это, давай рассказываем. Там, короче, ящика дофига. Заходите в кальяшку, поднимаетесь, идете прямо до кухни, понятно? Там будет гора ящиков. Под этими ящиками находится кнопка, нажимаете, откроется потайная дверь. Там все и будет, понятно? Ну понятно, лучше бы рассказывал бы им, а не мне. Так, ну все, так все, что, все, ребята? Иди. Ребят, вперед, вперед, пошли, так, а мы ее поведем, давай это. Вставай! Вставай, я сказал! Вставай, я сказал, пошла! Так. Ты куда ее? Так, вот сюда нужно, да? Так, погоди. Че тут стоишь? Че тут? Да е-мое, блин, да че они не идут-то у тебя? Да иди! Да все, давай, все иди. пошли. Так, иди, девчонка, сюда. Не-не, в другую комнату ее. Не-не, в другую комнату. Вот сюда. Сюда его сади, давай. Опа, так, сейчас садись. Прижу я. Да, к стулу, чтобы не рыбалось, стул. А вы что стоите? Все быстрее за ящиками пошел, что стоишь? Капец, что это за новый салат набрали, Юрий? Что это за фигня вообще? Не слушай. Почему здесь кровь? Да не в этом проблема. А, почему здесь узнаешь. Проблема в том, что скоро узнаешь. Так, что бы такое-то? Смотри, можно распилить немножечко, может пальцы ногти подоставать, а? Смотри, вот тут справа такая кибернетическая шняга какая-то. Да, ну на крайний случай можно, знаешь, типа вколоть и просто что-нибудь там. Да, хотите что-то сделать? Но начнем, знаете что, псих может достать те самые ботинки, а? Какие ботинки? Ну, с вибрациями, чувак, ботиночки. С какой вибрацией? Ботинки, мы с тобой делали тоже, там это, ну, для допроса. Какие? Да, давай, должны быть здесь. Вот здесь в ящике посмотри, вроде в ящике. Я только ногти сделала. Вырывается, держи. Так, ну, походи, что-то я скинул со стула, да зачем порвал? Давай ее обратно ее. Так, надень. Так, давай, надеваю. Надень на нее ботинки, надень. Отлично, натянул. Так, смотри, я могу с планшета этим управлять. Давай. Так, включай первый режим. Первый режим включаешь, давай. Ну, это слабенький. Слабенький? Ну, что-то он даже не чувствует, смотри, немного покорчило лицо. А что, давай посильнее, пожёстче. Не надо. Тогда второй. Отпустите, не трогайте. Нормально. Пошёл, врубай максимальный режим, врубай. Давай, так, выкручивай. А теперь смотри, Говори, тварь! Что знаешь? На кого работаешь, тварь? Молчай, сука! На кого работаешь, я тебе сказал, быстро все выложила! Так, давай! Давай, вон тут, пилу сейчас в руку пилить! Давай! Дыши, псих! Пилу взял, а? Пилу! Да он пилу вон туда дышит! Пилу, давай! Будешь говорить, тварь, я спрашиваю! Будешь? Все, она будет говорить, псих, положи пилу! Да, ладно. Так, все, ладно. Юрий, да, забери себе всю информацию, да. Ну, если что, там видео запиши, если вы что-то интересное собираете. Ну, видео только за 100 тысяч кредитов. Не, ну, чувак, мы бесплатно делать, точнее, давай. Мне проценты выплачивать будете. Какие? Мы сейчас тебе... Слышь, ты не в том правил, а? Сейчас будешь говорить, когда мы тебе скажем. Так, все, пойдем, псих, пойдем. Так, что бы еще взять? Может быть, розги? Так, это, псих, ты идешь, псих? Ну, псих, хватит, ну, псих, да, ну, кибершлангу прибери, ну, что ты начинаешь? Так... Ну что, псих, говори. Псих, ты чё ему, зачем? Блин. Я выключу ботинки, пусть на это... Да я выключу уже. Выключил, так, что, где, ты говорил, на базе есть камеры посмотреть? Так, я не помню, я не знаю. Это здесь? Мне... Да мне... Давай поищем, да, может, здесь, это у чуваков? Мне, у чуваков,
Да вряд ли. Тут что-то только WTF какой-то. Да. О, погоди, а что с дверь открыта? Не знаю, раньше-то комната была закрыта, нифига себе. Да-да-да, ё-моё, он красивый выглядит, кстати. О, нормально. О, смотри, какие-то мониторы, смотри, здесь тоже мониторы. Ну я бы еще цвет вот этой штуки... А, смотри, вот, смотри, район центральный вижу. А, ну да, это все наше, да. Так, псих, посмотри, почему мониторы эти не работают, вот эти вот сверху, да? Блин, вот этот какой-то лагучий, не знаю, подключись к системе, подключись. Вот здесь же управление есть, подключайся. Ну вот, да, что-то такое. Здесь еще, смотри, два монитора еще здесь какие-то. И вот сверху, ну сверху вроде работает, но это с перебоями. Блин, так хочется, что это строили, не знаю, лет 50 назад, когда мы, ну, типа, еще я был это, в своем времени. Что там есть что? Блин, не знаю, что-то, но... Знаешь, как будто связь потеряна, ну, сигнал плохо ловит. Сигнал плохо ловит? О, да. Еще даже монитор есть, смотри, вон там сверху, ё-моё. А, ну, да, прикол. Так, ты, может, закрыть лучше, чтобы никто не видел, чем мы тут занимаемся? Тут нифига, какой-то пароль поставили. Опа, ой, что тут? Она, это... Чё? Раскрылась. А чё, чё, какое раскрылось, что? Что? Она всё рассказала. Ладно, окей, хорошо, а чё ты принёс? Ладно, слышь, ты нам расскажи лучше... Да, как Артем, если она всё рассказала, то Аклаун ушёл. Если она всё рассказала, чё ты на клана пришёл? Иди Артемону, сообщи всю информацию нужную, это, и это, ну, свежи её там или чё. Я надеюсь, вы тут разобрались с камерами? Да, 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 разобрались. Разбираемся, почини, тут некоторые поломались. Походи, стой. Если поломались, псих. Я недавно тут ремонт делал. А. Не понял, погоди, кто это? Где? Это чё? Это мистер Донт! Он выходит из технологии на рынок! Быстрее туда, побежали, погнали, побежали, 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 побежали!